Так, тебе немножко по-другому сделала так. Ну, доброе утро, мои друзья! Всех поздравляю с субботним утром. Сегодня у нас очень будет крутая разминка, и называется она нейрогимнастика. Что же такое нейрогимнастика? Нейрогимнастика – это активизация нашего правого и левого полушария. Это пальчиковая гимнастика, и не только пальчиковая гимнастика, мы порой включаем вообще работу всего нашего организма. Это запускает активизацию нашего мозга в том плане, что мы начинаем мыслить более креативно, мозг становится гибким, адаптивным, да, потому что мы начинаем формировать новые нейронные связи, то, что мы не делали ранее. Ну что ты? Вот мне вернули моего щенка, хочу показать, он так за мной соскучился. Вот так отдали, а потом вернули. У девочки началась аллергия, и он теперь никак не может успокоиться. Он счастлив, что он дома, так вчера прям кричал, когда меня видел, да. Поэтому вот нас немножко будет, наверное, отвлекать. Итак, это активирует процессы памяти. Да, когда мы формируем новые нейронные связи, мы развиваем наше адаптивное мышление. То есть сегодня очень важно быстро адаптироваться в меняющемся мире. Да, кто-то поменял место жительства, кто-то поменял работу, у кого-то еще какие-то крутые изменения, потому что года 2-3 нас уже прям весь мир трясет, да, турбулентное такое время. Поэтому нам важно оставаться в ресурсном состоянии, позитивном состоянии, иметь гибкий, пластичный, адаптивный мозг, да. Ну и, конечно, с помощью наших упражнений мы развиваем память. Хорошо. Ну а теперь давайте мы с вами потянемся потягушечки, как всегда. Утречком сделаем потягушечки, потягушечки. Вот так. Берем глоток воздуха свежего утреннего, да, с благодарностью. С любовью ко всему миру, ко всем людям. Хорошо. Растираем наши ручки. Растираем, растираем, растираем. Да, немножечко себя вот так вот промассировали. Вчера мы, конечно, крутой с вами такой делали массаж. Я даже больше вчера вспотела, чем после зарядки. Мышки размяли. Так, хорошо. Давайте начнем немножечко с наших глазок. Посмотрели сюда. На пальчик, отворачиваем лицо, глазками смотрим на пальчик. Еще раз отворачиваем лицо, глазками на пальчик. И третий раз. Хорошо. На этот пальчик повернули голову, смотрим глазками. Прям вот видим очертания, да, отпечатка. Поворачиваем лицо, продолжаем смотреть, сколько можем. Еще. Получается. И третий раз. Хорошо. Теперь посмотрели на пальчик, прям вблизи-вблизи. И на самую дальнюю точечку, может быть, где-то за окошком, да, там на кончик дерева. Еще раз на пальчик. И где-то далеко, может, облачко, может быть, там дом где-то вдалеке. Еще раз близко посмотрели. И далеко. Хорошо. Поморгали, закрыли глазки и по кругу. Поехали. И в другую сторону. Сожмурились, поморгали. Хорошо. И теперь начинаем растирать наши ладошки. Растираем, растираем. Да, так хорошо, хорошо. Наши пальчики. Нам нужно, чтобы была тактильная память. Да, все, что мы делаем, чтобы наши пальчики запоминали. Да. Поклопали. Так, чтобы у нас денежка прилипла к ладошкам. И радость, и счастье, и здоровье. Все самое лучшее, говорите, для меня. Ой, вы такие молодцы. Вы все открыли окошки. Прям вот умнички. Ну, по крайней мере, на первой странице, кого я вижу, мои хорошие, я вас благодарю. Меня так это радует, когда мы занимаемся все вместе. Поэтому все включайте окошки. Так, хорошо. И вот так поразмяли наши пальчики. Угу.
И каждый пальчик давайте зарядим. Наши пальчики трудолюбивые. Наши пальчики хорошие. Наши любимые. Они гибкие. Столько работ они выполняют. Запускаем кровоснабжение, да? Вот так. И давайте каждый пальчик теперь вот так немножечко вверх попроминаем. Они должны быть гибкими, как и все другие наши части тела. Да, шпагатик потянем на разные пальчики. Так, хорошо. Другая ручка. Вот, наши пальчики много работы выполняют. Прям практически ювелирной, да? Кто-то шьет, кто-то что-то лепит этими пальчиками. Кто-то картины пишет. Так, все. И запускаем кровоснабжение. Наши ручки хорошо, хорошо. И что? И включаем смех, конечно, друзья. И сейчас мы с вами будем делать такие крутые упражнения. Конечно, будем ошибаться. И вот в это время очень важно не огорчаться, не стесняться, а уметь смеяться над собой. Как сказал когда-то великий Юрий Никулин, что это великое искусство – уметь смеяться над собой. Да? Давайте мы сейчас немножечко прокачаем наш смех. Возьмем два смеха-мешочка. И помню, как мы надуваем животик хорошо, да? Ротик хорошо-хорошо открываем. А-а-а! Да, вот кто молодец? Я. И будем смеяться на букву А. Громко, широко открытым ртом. Хорошо? И вдох. И... Кто молодец? Скажи «Я!» И еще, кто супер-пупер-лидер? Я! Хорошо, молодцы. Ну, теперь начинаем. Традиционно наши пальчик-зайчик. Самое простое. Это зайчик и ушки, это пальчик. И приготовились. Раз, два, три, четыре. Указательный пальчик, ушки. Три, четыре. Раз. Два, три. Можно тело включать. Два, у кого получается. Каждый в своем темпе делайте. Добавляем хлопочек. Раз, два, три, четыре. Раз. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Четыре. Хорошо. Кто молодец? Скажи, я молодец. Молодец. Да. А теперь говорим скороговорку. Так. Ну, давайте. Цапля мокла, цапля сохла. Цапля чахла, цапля сдохла. Да, нам очень важно, ребята, прокачивать и свой артикуляционный аппарат. Да. Вот сделайте сейчас и лошадку. Вот, с утра, да? Ну-ка, на щечки поставили, пальчики. И уже лучше. Пожевали, как верблюд. Языком вот так сделали. Покусали от кончика и вверх. И назад. Потянули к носику. К подбородку. Открыли широко рот и говорим «да-да-да-да-да». Вот сюда. Можем открыть и прямо удержать. «Да-да-да-да-да». Или одной рукой. «Да-да-да-да-да». И стараться, чтобы подбородок не двигался. «Да-да-да-да-да». 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 «На-на-на-на-на». 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 «Да-да-да-да-да». Еще раз попробую лошадку. Уже лучше, да? Звук добавили. Хорошо, наша скороговорка. Цапля мокла, цапля сохла. Цапля чахла, цапля сдохла. Поехали вместе.
Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. И теперь соединяем. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. У кого не получается, без хлопка делаем. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Берем большую бочку и сюда здоровья, счастья, исцеления, добра, всего самого лучшего. Сделали нашу цаплю, берем в эту бочку, загадываем желание, цапля на ушко прошептали и отправляем ее. Полетела цапля, да, понесла во вселенную наше желание, хорошо. А мы с вами продолжаем. И мизинчик. Теперь вот так, безымянное, указательный, большой, назад, раз, два, три, да, угу, угу. Теперь вниз опускаем мизинчик, указатель, безымянный, средний пальчик, указательный, большой, на другой ручке. Мизинчик, да, можно ручками помогать. Вот у меня тут вместе с безымянным опускается. Да, безымянный, вот на той ручке лучше. Средний, указательный, большой, двумя ручками. Раз, два, три, четыре. Мизинчик пять. Во. Еще раз, раз. Тренируем 2, 3, 4, большой 5. Хорошо, расслабили наши кисти. Угу. А теперь смотрите. Делаем 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Два, три, четыре. Получается? Кто молодцы? Скажите, мы молодцы! И даже, друзья, даже если что-то не получается, в любом случае вы делаете что-то впервые. Да, я с вами многие упражнения часто вот прям на ходу делаю впервые. И у нас в любом случае образуются новые нейронные связи, и это очень важно, ценно. Хорошо. А теперь мы делаем, смотрите, вот так. А здесь средние пальчики. Вот, то есть рожки, ножки. Вот это у нас ножки, а это рожки. И делаем раз, два. Теперь тут в сторону три, четыре. Здесь второй и четвертый пальчик, здесь средние пальчики, средние безымянные. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Каждый можете в своем темпе делать. Вот так поделали, да? А тут так. Угу. И поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Хорошо, молодцы, встряхнули ручки, кулачок, а здесь развернутая ладошка. Раз, поменяли, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, пританцовываем, три, четыре, раз, два, три, четыре. У кого получается, можете вот так теперь ладошку поворачивать, два, один раз так, четыре, один раз разворотом, два, три, четыре. И у кого совсем хорошо получается, вы можете это делать быстро.
Хорошо, два пальчика, на них один пальчик сверху кладем. Раз, меняем. Два, три, четыре. Два пальчика сверху пальчика. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, молодцы. Теперь ставим большой указательный пальчик и идем. Вот так шагаем. Раз, два. То есть вот большой и указательный пальчик. И прокручиваем, и соединяются на другой руке большой указательный. И вот такими шагами идем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Цепочку делаем с вами. Вот, соединили пальчики большой и указательный. Теперь меняем большой и средний, большой и безымянный, большой и мизинчик. И назад идем. И делаем это несколько раз. И добавляем смех. Друзья, я меньше смеюсь, потому что я объясняю, да? А вы, пожалуйста, об этом не забывайте. Улыбка, смех, здоровье для всех. И это успех, да? Вот такую делаем цепочку. Хорошо, молодцы, умнички. А теперь смотрите, что мы будем делать. Мы с вами соединяем мизинчик и большой пальчик. Ну, давайте здесь тоже пока одинаково сделаем. Мизинчик и большой пальчик. Теперь большой пальчик по очереди подушечкой дотрагивается до подушечки каждого пальчика. Да, вот так по очереди. Угу. Попробуйте побыстрее. Так. Хорошо, молодцы. А теперь смотрите, мы здесь оставляем большой указательный, а здесь большой мизинчик. И пошли, точно так же делаем. Здесь мозг сопротивляется. И порой мы смотрим, пальчики начинают одинаково на двух руках делать, да? Тогда мы остановились и опять взяли на одной руке большой пальчик и мизинчик, а на другой руке большой и указательный. И опять начинаем, да. И вот где-то они друг другу навстречу идут. Да. Лучше, если вы в это время на пальчики не будете смотреть, так легче, когда смотришь, сложнее становится. Так, хорошо. А теперь можно еще усложнить. Здесь большой и безымянный, а здесь продолжаем так же, как и делали. То есть здесь указательный большой. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот, у меня уже, видите, перешло на одинаковое. То есть вот здесь мозг вообще сопротивляется, вот просто взлом, да, происходит. Так, хорошо, здесь, допустим, большой указательный, а здесь большой мизинчик. Так, большой, нет, это такой, так мы уже делали. Большой средний сделаем здесь. Большой средний, а здесь большой мизинчик. И поехали. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам. Еще раз. Рам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, пальчиками поработали, да, растерли. Так, вот так наши ладошки, хорошо. Так, и теперь делаем окей, а здесь рожки. И поменяли двумя пальчиками окей, рожки. Окей, рожки. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, о! Раз, два. Раз, о, что это такое? Рожки. Окей, рожки. Окей, рожки. Раз, два. Раз, два. Хорошо. А теперь тремя пальчиками
как будто солим, да, посолили этой ручкой, посолили этой, то есть сейчас мы будем тремя пальчиками, а на другой ручке у нас будет зайчик, которого вы уже все знаете, да. Здесь лисичка у нас, да, вот у нее два ушка, здесь зайчик, и поехали. Так, это что за у меня? Итак, переключиться надо предыдущего упражнения. Лисичка, зайчик, лисичка, зайчик. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, продолжаем. Я хочу посмотреть, как у вас получается. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У кого получается, можете хлопочек добавить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто может побыстрее? Три, четыре. И что делаем? Конечно, мы смеемся. Каждый в своем темпе. У кого не получается, просто делайте. Вот так делайте. Медленно, без хлопочка, не играет роли. Вы себя сравниваете не с другими, не со мной, а вы себя сравниваете с той, которая вчера. Вот вчера вы не могли что-то делать, а сейчас вы учитесь. А завтра у вас это будет получаться еще лучше, да? Так, растерли немножечко наши ручки, да, вот так, лимфу. Хорошо, и повесили на локоточки. Вот так у нас ручки свободно. И поехали назад. Два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Локти у нас в точке вот тут вот закреплены, зафиксированы. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. А теперь смотрите, одна рука у нас идет назад, а другая рука идет вперед. И мы это соединяем. Вот, у некоторых получается, молодцы. И в другую сторону. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, сбросили ручки. И теперь полностью руками идем вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. И теперь что? Одна рука идет вперед, а другая назад. Да. Вот, они как бы тут встречаются и расходятся. И в другую сторону. Другая рука теперь идет назад, а другая вперед. Хорошо, молодцы, сбросили ручки, сбросили, да, давайте немножко разомнемся вправо-влево, и вниз потянемся, так, хорошо, грудная клетка, раз, два, три, четыре, по точечкам, два, три, четыре, таз. Теперь грудная клетка на месте, только таз. Два, три, четыре. Представьте, что вы держитесь за станок. Три, четыре. А теперь грудная клетка на четыре счета и таз на четыре счета. Поехали, можете за станок как будто держаться, можете за стол, можете не держаться вообще. Поехали. Раз, два, таз на месте. Три, четыре, раз, два. Три, переходим к тазу, грудная клетка на месте, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, грудная клетка в другую сторону, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, скругляем, раз, два, три, четыре, таз на месте, три, четыре, теперь таз, два, три, четыре, раз, два,
Три, четыре, и потрясли, да, такой смехотон пропустили, ух, и тут коленочки у нас все вот так вот работает, работает, все так хорошо, хорошо. Потянулись, потянулись, и сбросили. Потянулись, потянулись, все заботы, печали сбросили. Хо-хо-ха-ха-ха, да, хорошо, хорошо, да, лучший день, да, молодцы, отлично. И продолжаем, теперь берем, ставим на стол нашу ручку и берем другую ручку, уже вот такую, да, русский язык, богатый язык, можете взять любую палочку, можете взять карандаш. Все, кроме ножа и острых колющих предметов. И поехали. Раз, два. Вот так между пальчиками проходим. Раз, два, три, четыре. Да. Теперь стараемся не глядя. Да, не глядя. Ага, молодцы. И другую ручку. Поехали. Раз, два. Вот так, друзья, у нас каждую субботу нейрогимнастика. Упражнения, как вы видите, мы какие-то повторяем, закрепляем, какие-то берем новые, что-то усложняем. И еще и соединяем, да, сразу с речевым аппаратом, с артикуляцией. То есть у нас тут прям вот задействовано, вот мне уже жарко. Получается? Хорошо, растянули, растянули наши пальчики, да, вот так. Поделали в другую сторону волна. Завтра, кстати, будут смехотанцы. Будет проводить Ирина Кулинченко. Я, кстати, у нее буду в гостях, у нее сегодня день рождения. Вы ее завтра можете все поздравить. Мы завтра с ней, наверное, вместе потанцуем, скорее всего, что я в Таганроге останусь с ночевкой, да. О, хорошо, размялись, да, молодцы, хорошо. Так, и теперь мы с вами сделаем такое упражнение. Помните, беремся за носик и за ушко. Раз, и меняем, два. Носик, а тут рука идет под руку. Раз, два. Добавляем хлопок, раз, два. Раз, два, хлопок. Носик, ушко, хлопок, носик, ушко. Теперь делаем хлопок и сверху ушко. Четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь хлопок и за затылочком, за ушко беремся. Раз, два, раз, два, три, четыре. Теперь хлопок и сверху рука. Хлопок сверху. Раз, два, три. Четыре, запомнили? А теперь все по одному разу. Под руку вначале. Раз, два, три, четыре. Через голову. Раз, два, три, четыре. За затылком. Раз, два, три, четыре. Сверху руки. Раз, два, три, четыре. Под руку. Раз, два, три, четыре. Сверху. Раз, два, три, четыре. За затылок. Раз, два, три, четыре. Раз, сверху, два, три, четыре. Получается? Вот смотрите, мы здесь и память развиваем, да? А сейчас не буду говорить, не буду подсказывать, буду только делать, и при этом мы еще считаем. Считаем мы десятками, от ста назад. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. 20, 10, 0. Получается? Так, хорошо. Давайте вспомним нашу соку-соку. Следующую субботу будем с музыкой делать. И поехали. Соку-соку, бачи-бачи. Соку-соку, вира-вира. По разу. Соку-бачи, соку-вира. Соку, бачи, вира. Друзья, вам домашнее задание к следующей субботе это выучить.
Выучите это со своими детками, со своими внучатками. У них будет лучше память, им будет интересно. Вам будет чем с ними заняться, и у них будет лучше память, внимательность. Кто в школе учится, будет лучше учиться, концентрация, да? И еще раз, значит, по два раза кулачками. Раз, два, ладошки. Раз, два. Опять кулачки. Раз, два, плечи. Раз, два. Теперь по разу. Раз, два, три, плечи. Раз, два, плечи. Поехали. Соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, вира, вира. По разу. Соку, бачи, соку, вира. Соку, бачи, вира. Ну и в результате, когда вы это выучите, у вас это будет так. Вы можете танцевать и соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, вира, вира. Соку, бачи, соку, вира. Соку, бачи, вира. Соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, вира, вира. Соку, бачи, соку, вира. Соку, бачи, вира. Вот вам домашнее задание. В следующий раз мы это будем делать под музыку. А теперь берем нашу водичку, да, друзья. За ваше здоровье. Вода все запоминает, поэтому наш смех, наши новые нейронные связи, все это пьем водичкой, говорим: я умница, я молодец, я хорошо позанималась. Да, хвалим себя. Как ваше самочувствие, как ваше настроение? Отлично. Вы сегодня можете что-то новое придумать. У вас сегодня могут, знаете, такие творческие процессы пойти. Кто вяжет, что-то свяжет интересно. Кто картины рисует там или шьет, тоже что-то новое придумает. Кто-то стихи будет сочинять, кто-то, может быть, там сценарии писать. Ну, чем вы увлекаетесь, у вас сегодня прям вот такой пойдет, знаете, ого-го, творческий процесс. Вот, пьем водичку, говорим: я умница, красавица, мой мозг гибкий, мой мозг адаптивный. Я умница, я красавица. У меня отличная память, да. А, друзья, и приходите на эту зарядку со своими членами семьи. Впрочем, и на любую другую. Но суббота, воскресенье, ведь все дома, да, в большинстве своем. Поэтому занимайтесь вместе с детками, занимайтесь, меня так радует. Но я вот по воскресеньям, у нас Ира меня заменяет здесь, проводит смехотанцы, потому что я в другом месте веду. И мне так нравится, что там приходят с детками. И детям это очень нравится, чрезвычайно, им это интересно. Поэтому развивайте своих деток, развивайте своих там, у кого есть пожилые родственники, у кого память хромает. То есть не держите это в себе, приглашайте вообще всех своих знакомых. Я вам даю ссылку на чат, потому что бывает ссылки меняются, у Ирины будет другая ссылка. И еще я там выставляю записи, вот то, что вчера там было, позавчера я там выставляю. Поэтому вы всегда заходите чуть пораньше, да, и через чат, и в чате всегда можете ознакомиться там с прошлыми записями, если кто-то пропустил. Но лучше не пропускать. Как практика показывает, пропустил, потом уже не занимаешься. Да. И, конечно, давайте ссылки своим друзьям, знакомым, пусть как можно больше людей будет смеющихся, счастливых, да, развивающихся. И мы каждый день уделяем больше внимания чему-то одному. Да? Сегодня нейрогимнастика, вчера у нас был смехомассаж, позавчера у нас была осанка королевы, мы прорабатывали хорошо упражнения на пластику, на гибкость. Да? Где-то у нас будет звукотерапия и дыхательные практики, кто был, тот знает, что это такое. Где-то это смехотанцы, по понедельникам, как правило, это общее, это йога смеха, да? Это все для нашего успеха, для нашего с вами счастья, радости и здоровья. Йога смеха, она сближает, объединяет всех. Йога смеха, она вне политики. А йога смеха, она за мир во всем мире, потому что то, чем мы наполнены, этим мы с вами делимся. Ну, дорогие друзья, вы уже самостоятельно можете закреплять те или иные упражнения. Завтра мы с вами встречаемся в 9 утра по Москве, 12 часов Кыргызстан, Бишкек. Да, я благодарю всех, кто с нами занимается вместе, кто приглашает людей. Ну и до новых встреч! Маэстро, вопрос. Да, конечно. Вопрос. Слушай. Чат вот написала женщина тоже. Я бы тоже хотела попасть лично в ваш чат, потому что я не успела. А я вот даю ссылки, вот вы сюда, вы сюда прошли, я даю общую ссылку, вы вначале заходите в чат. Так и называется, там нейрогимнастика написано, чат.
как он там называется, уже забыла, смехоэнергия, вот, смехоэнергия, нейрогимнастика, это наш чат в Телеграме. А в Телеграме уже есть ссылочка на то или иное занятие. В основном эти ссылки повторяются, но не всегда. Вот, вот завтра будет другая ссылка, потому что Ирина Кулинченко будет вести по своей ссылке. Поэтому я вам даю общую ссылку, чтобы вы уже знали чат, и вы всегда можете заходить. Даже если бывает такое, что спасибо. Я в какой-то чат забываю закинуть информацию, да? Вот забыла я, допустим, в СКР-чат там закинуть информацию, бывает такое.